Всем привет, ребята, с вами снова я, Лилит. И сегодня я снимаю влог. Это Алена. Это Ольга. Всем привет. А это Настя. Начинаем. Ребята, всем привет, с вами снова я, Лилит. Видно, что сейчас орёт, потому что ученики нет. Вот. Это наша голая правда. Это Ольга, а это Алена. Сегодня я снимаю влог. Вот скажи, я была на путешествии. Я была в отдыхе. Влоги ничего не сняла. Сейчас пришла, снимаю какие-то скучные школьные будни. Нормально, я тут тонет. Ладно, второй звонок уже. Короче, ребята, встречайтесь попозже. Пока-пока. Оля. Все, пока-пока. Я ничего не слышу. Он тоже. Ну. Ребят, всем привет! И сейчас у нас закончился русский язык. Это Настя. Вот. Сейчас у нас перемена. Это Алена. Это Кира. Видите, все, когда узнают, что я влог снимаю, все подходят ко мне. Вот. Все начинается. Ребята, то, что она мне на руке написала, я это стерла ее салфеткой. Кир, ну я потом она задыхалась. Потом все говорят, а что ты? Я говорю, Алена пьет. Я обидел, все. Ладно, давай. Ну вот. И мы должны были сходить с Петроглашком, но у них сейчас завтра. Вот. Потом пойдем проверим все пункты. Вот такие дела. У нас закончился русский, сейчас будет литература. Литература в том же кабинете. Ну вот, короче, ребятки, в этой главе мы ставим на паузу. Это Алёнка сидит рядом ручками, хлопает. Вот, кстати, заметьте, какая у меня точилка. У тебя есть такая точилка? Слушай, я хотела тебя кое-что спросить. А, нету? Ну ладно. Типа вот эта закладка, я хотела спросить. У тебя есть такая мне? Вот такие вот дела, ребят. Мы с этим человеком вместе сидим. Да. Короче, у нас сейчас будет литература, а потом что, математика? Нет, сначала у нас география. Русский, потом литература, потом география, потом математика, потом английский, потом математика. Чё? Она специально меня еще не спрашивает, спрашивает. Ну потому что я думала, что английский он на втором уроке. Принцесса. Короче, такие дела. Ну ладно, ребят, пока-пока. Встретимся сами после литературы. Это бомба. Пишем с Алёночкой. Всем привет! Мы тоже нашли столовую, купить пиццу, чтобы я покупала купить пиццу, чтобы она поела этот хомячок.
Хомяк, хомячок. У нас теперь два хомячка есть. Я потом скажу, кто второй хомячок. Вот, ребят, вот. Очередь такая. Ладно, ребят, встретимся с вами чуть-чуть попозже. Ребята, у нас закончилась география. Это Оля, Настя. Вот. Сейчас мы идем от Алены. Ага, проснулась, вспомнила. Ребята, про меня. Вот тебя Бог дал. А сейчас мы идем на математику. Это Настя. Это Оля. Все, бежим. Это Оля. Вот так и живем с классом. Не обращайте внимания, это Настя бежит на спасение. Всем пока, пока, скажите, значит, походим. Ребята, короче, снова с вами я. Вот, Лилитка, короче, ушла, она ушла пить воды холодной. А вот, и я решила с нее в розу взять на ее айфончике. Вот. У нас сейчас будет... Пятый урок английский. После английского у нас математика. А потом там мой назад к второму уроку. Вот, чтобы Лили вписаться. А вот, ребята, ладно, встретимся с вами чуть попозже, может быть, когда Лили вписаться. Ребятки, я вернулась. Я была с Лулой, Коловодов. Клоу! Клоу! Я ногти. Сейчас я посмотрю. Ну вот. Я задыхаюсь уже. Сейчас я буду давать Алене тетрадку. Они научат мне говорить слова на английском. И такие вот интересные очень дела. Сегодня у нас диктант, наверное. Наверное, да. Да. Вот, Аленочка, так что жди. Ну ладно, мы с вами встретимся чуть позже, пока так. Тут прям такой... Да, вы, короче, я провожу, говорю. Ага. Англиш. Дальше. У нас сейчас диктант. Так, следующее слово. Волнистый. Ой, мама все вспомнила. Дальше. Короткий. Ой, я все вспомнила. Муча меня убивает. Сестра. Как сестра будет на английском? Сестра. Ты моя сестра. Ой, так, следующее. А ты вообще знала, что, а ты вообще знала, что мы все родственники? Знаешь почему? В смысле? Знаешь почему? А. Потому что, ну, типа, первыми людьми были Адам и Ева, да? И от них все произошло. Давай дальше, от них все произошло, дети произошли. Давай, вы родители. Ну, как бы, грубо говоря, мы родственники. Родитель. Извините. Родители вообще-то. Родители. Темный. Бордовый. А-а-а. Темный, темный. Темный? Шоколадный. Ага. Долго. Чуть попозже я украла канал. Теперь мой канал, ребят. Дедушка. Всем пока-пока. Ребята, у нас закончились все уроки, и мы сейчас идем на итальянку. Пойдем-ка. И шоколадная девчонка. Вот, у нас сегодня было 6 уроков. И на математике. Вообще было. Мы на математике ржали, как коровы. Потому что, знаете что? Ну знаете, что случилось? Смотрите. Алена, короче, спрашивает, сколько времени. Я пишу уравнение. Я, короче, пишу и... Я расскажу. Короче, ребят, смотрите, я такая... Спрашиваю, Лилит, сколько ты звонка минут осталось? А вот, я сказала, сколько времени. Она пишет, она такая, 3. Я такая, в смысле? Потом 7. Я в смысле, ты чё? Ты вот нормальный человек. Вот, ребята, я, короче, мог вам вернуть, чтобы я с вами попрощалась. Она подумала, у меня шарики за ролики опять взяли. Вот, ладно, ребят, всем пока. Ладно, всем пока, с вами уже я сижу дома. Не забудьте подписаться на её канал, нажать на колокольчик. И не пропускать её видео. Короче, всё. Правильно. Пока-пока. Правильно. Всё, пока-пока. Ребятки, всем привет. Я сейчас уже дома. Я уже где-то час дома. Я... пока пришла домой, и вот, как вы сейчас видите, я покушала, приоделась, и уже прошел какой-то час. Сейчас
садиться делать, наверное, свои уроки. Их у меня мало. Это все очень хорошо. Мне надо сделать только историю, биологию, если нам что-то там не задали. И, наверное, еще начать уже потихоньку читать литературу, потому что у нас в пятницу нам надо читать где-то 50 или 40 страниц. Вот. Так что надо все это прочитать до пятницы. Вот. Сейчас посмотрю, какие у меня завтра уроки, и сейчас вам скажу. Вот. Нашла. Надо еще поставить телефон на зарядку, опа, чтобы он не выключил. Она, наверное, поставился. Вот. Итак, нам у нас расписание это завтра ко второму уроку история, биология, литература, математика, музыка и опять математика. Завтра вроде бы не сложный день, так что да, я сейчас лежу. Вот. Сейчас сядем с вами. И сегодня я еще как раз таки иду на день рождения тети. Вот, и еще мы с вами сейчас мы с вами будем писать, делать плакат большую открытку с днем рождения, да. Я решила вот так заморочиться и это вот все сделать. Ну, в общем-то, все, наверное, с вами встретимся чуть попозже. Уже, наверное, когда я буду собираться на день рождения. Всем пока-пока. Ребята, всем привет! Я так много не снимала, потому что я уже сейчас на дне рождения. Оно уже длится пару часов. И сейчас я созватик. Привет! Вот. А это моя маленькая сестреночка Маринка. Она тоже. Она стесняется вас. Так что да, я сейчас сижу, кушаю тортик. Вот. Так что встретимся чуть попозже. Пока-пока. Ребята, я только что вернулась домой. И только что закончила все делать, все читать, вот все. Сейчас перебираюсь. Комнату, то есть готовлю ко сну, чтобы чтобы идти спать. Вот. Я только что все прям убрала. И перестала все убрать только в кровати. Такие там теперь рюкзаки и одежда. Я вот, допустим, еще на каждый рождение переоделась 3 раза по первому луку. И остановилась, в общем, на розовом луке. Это то есть такой самый мой практичный вариант, это какая-нибудь сумка и что-нибудь одного цвета желтого. Ну что ж, это на этом был весь мой влог. С вами была я, Лилит. Я очень надеюсь, что вам понравился. С вами пальчик вверх. Ну и с вами была я, Лилит. Всем пока-пока.